Current Time brings together top journalists from throughout. Настоящее время собрало лучших журналистов из русскоговорящего мира, чтобы представить свежую альтернативу средствам массовой информации, контролируемым Кремлем. Проект «Настоящее время» был запущен администрацией Обамы более 2 лет назад. Тестовое вещание началось еще в прошлом году, а 7 февраля этого года телеканал для русскоязычных зрителей, созданный на базе «Радио Свобода» и «Голоса Америки», официально представили публике в Атлантическом совете в Вашингтоне. Настоящие новости, настоящие люди, настоящее время. Проект финансируется Конгрессом США через правительственное агентство по иновещанию BBG, действующее еще со времен Холодной войны. В бюджет организации на этот год заложено $777 миллионов. Из них 22 миллиона пойдут как раз на настоящее время. Нас смотрят Украина, Грузия, Латвия, Литва, Молдова. Все о главных событиях дня. Это «Настоящее время». Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Деньги выделены, сайт работает, программы монтируются, и согласно рекламному ролику, лучшие журналисты русскоговорящего мира, о многих из которых мало кто слышал, уже вовсю поставляют информацию под нужным углом. Russia Today and Sputnik. Все эти Russia Today и спутники атакуют мою страну, атакуют Евросоюз. И теперь создан новый русскоязычный канал, чтобы противостоять русской пропаганде. Вещание телеканала осуществляется из Вашингтона и Праги. Вот она, штаб-квартира «Радио Свобода», откуда теперь еще ведет вещание новый телеканал. Охраняется получше некоторых посольств США. Тройной периметр охраны, высокий забор, пуленепробиваемые стекла, система защиты от газовой атаки и автономное электроснабжение. Ну и, конечно, камеры наблюдения не только снаружи, но и внутри. Мы попытались договориться об интервью и съемках внутри самого засекреченного в мире журналистского бункера, но нам вежливо отказали, сославшись на крайнюю занятость. Построенное по военному образцу здание обладает несколькими подземными уровнями, где хранятся засекреченные архивы. Лифты без кнопок. Сотрудники попадают только на свой этаж с помощью электронного пропуска. При необходимости тяжелые металлические двери блокируются, превращая здание в бункер. Ну и атрибутика соответствующая. Я помню, висел прямо напротив моего стола огромное фотоизображение танка с портретом Путина, закрепленным где-то на броне. Вот. По-моему, этот танк, значит, там вкатился то ли в Цхинвал, то ли куда-то там в Южной Осетии. Ну и какие-то такие вещи висят и в других службах, чтобы напоминать о том, что враг, вот он, так сказать, перед глазами. Андрей Бабицкий работал на «Радио Свобода» с 89 года, вплоть до того момента, как поддержал позицию Путина по Крыму, за что тут же лишился должности. А потом я привез из Донбасса, я привез кадры о эксгумации тел расстрелянных бойцами батальона «Айдар» нацистского. Вот, и все это уже послужило, так сказать, причиной увольнения. После скандала, который закатила украинская служба, такой, значит, коллективный нацист. Впрочем, новый телеканал Бабицкого не впечатлил ни по форме, ни по содержанию. Не верю я в то, что и на такой идеологической платформе, да, ну, крайне враждебной по отношению к России, может быть выстроено какое-то увлекательное, понятное, интересное вещание. Если бы это была какая-то попытка, какое-то приглашение к диалогу, я послушаю это, интересно, посмотрю. А тут просто, так сказать, ушат с помоями тебя надели на голову. Карен Агамиров, один из ветеранов «Свободы», стоял у истоков московского бюро. Уволился сам, когда понял, что журналистики там, где он работает, не осталось. Ты должен не анализировать объективно о том, что происходит в нашей стране, там, в России, да? А просто лепить вот это вот, что коррупция, Путин такой-сякой. Все, больше от тебя ничего не требуется. В коллективе ужасные отношения. Откровенное стукачество началось, письма американскому начальству. Одной из жертв такого стукачества стал Мурат Рахимов. Его пригласили в Прагу еще в 2003-м критиковать политику президента Супармурата Ниязова. И фирмы должны были давать то, что по стандарту положено, что Америка несет демократию, Америка во всем права. То, что ведется во внешней политике. И мы так и говорили. А потом, после 10 лет работы, его уволили за откровенные разговоры с коллегами. Основанием увольнения было то, что мои взгляды на стандарты журналистики и вообще политические взгляды не совпали, не соответствовали требованиям наших американских менеджеров, руководства. Лев Ройтман, советский диссидент и юрист, проработал на радиостанции более 30 лет и вышел на пенсию, но теперь борется за права таких вот уволенных со свободы. Несмотря на свое американское гражданство и веру в США, свободу он называет не иначе, как пражская Гуантанамо за бесправие сотрудников организации.
эта радиостанция должна быть правдива в том, что она говорит о самой себе. Она говорит о самой себе, начиная со лжи. Она говорит, что она является независимой, частной радиостанцией. А дальше я делаю паузу, финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов. Это тот бред, который вешают как лапшу на уши слушателям. Тут речь идет о том, чтобы создать ощущение конфронтации. Это попытка второй раз вступить в ту же реку и вернуться к холодной войне. На настоящем времени, похоже, все работает по старым лекалам Радио Свободы. Здравствуйте, я Тимур Олевский. Но у тех, кто сейчас начинает, все еще впереди. Так Украина уже выступила с предложением Госдепу перенести штаб-квартиру Радио Свободы из Праги в Киев. Пока американские кураторы молчат, но кто знает, куда заведет настоящее время путь свободы.